Анархия. Пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо. Владимир Высоцкий. Раз не успел еще родиться в своем отечестве пророк, чтоб светом утренним напиться, смотреть нам надо на восток. И если там блеснет зарница, и дождь закаплет на часок, пускай омоет наши лица желанной свежести глоток.